Как вам наше мероприятие? Мероприятие очень понравилось. Очень нравится продукция «Мезопроф». И еще раз убедилась в ее эффективности. Получаю работу и получаю хорошие результаты. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо, мы тоже. Большое спасибо вашей компании, Ольге Николаевне, за такое прекрасное мероприятие. Пользуюсь продукцией «Мезопроф», очень довольна. Перешла полностью на вашу продукцию. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. Как вам наше мероприятие нового формата? Ой, я очень благодарна компании «Мезопроф» за мероприятие. А такой формат – это вообще новинка в косметологии. И я думаю, у компании будет много благодарных клиентов, нас, косметологов, а у нас много благодарных пациентов. Спасибо большое. Мероприятие, новый формат, новый. В это тяжелое в такое время, это очень приятно, очень заражает энергией, заражает жизнью. Спасибо вам большое, и Ольге, и вашей фирме. Очень продолжайте развиваться. И всего вам доброго. Спасибо большое, спасибо, что пришли. Когда от моего персонального менеджера пришло приглашение на это мероприятие в группу, сомнений никаких не было, что надо посетить. И сейчас вот я как раз Ольге Николаевне сказала о том, что по энергетике такое мероприятие просто отличное. Говорю, такое ощущение, что сходили в большой театр, все пообщались, коллеги, выступления прекрасные, обмен опытом. Спасибо вам огромное, потому что вот в сегодняшней новой реальности это просто бомбическое мероприятие. Очень довольна и жалко, что некоторые коллеги не смогли прийти, но эмоциями однозначно поделимся. Спасибо большое, мы будем еще такие устраивать в будущем. Так придем что... обязательно, зовите. Пару слов о нашем мероприятии. Я осталась в восторге от мероприятия. Спасибо большое, что пригласили на такое знаковое, яркое событие, где была такая душевная атмосфера. Было очень приятно сюда попасть. Давно мечтала, сбылась моя еще мечта. Одна. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли. Ждем вас в другой раз. Как вам наше мероприятие? Хочу сказать огромное спасибо. Очень интересно, здорово, по-домашнему, семейному, почаще таких мероприятий. Очень люблю вашу компанию, ваши препараты. Давно на них работаю. И спасибо, что нас всех собрали. Вам спасибо, что пришли. Будем еще делать такие праздники. Ну, мероприятие, как всегда, на очень высоком уровне. И я еще хотела сказать про время, когда был у нас коронавирус, да, мы сидели все на карантине, и я прослушала все вебинары Ольги Николаевны. Вы знаете, это даже помогло жить, настроение подняло, вдохновило. То есть, Ольга Николаевна действительно очень хороший вулкан, добрый, хороший вулкан. Всего доброго ее компании, лично ей, здоровья, процветания, всех благ. Спасибо большое. Очень нравится, я с компанией «Мезопроф» уже давно. Лет так 7-8 хожу по возможности на все вот такие мероприятия, мастер-классы, работаю с этой компанией. Она у меня в приоритете. И в ближайшее время изменять ей не буду. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, да, очень. Как всегда. Как всегда? Да, как всегда, все на высшем уровне. Спасибо. Мы рады, что вам понравилось. До свидания. Говорите, напишите какие-то честные отзывы, но если вот пока у вас нет замечаний к мероприятию и к препаратам, и к докладчикам, ничего вам плохого не напишем, только хорошее. Спасибо. Спасибо большое. Все очень интересно, и именно такой новый формат, на который хочется приходить, вдохновляться, продолжать это внести в массы. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне нравится, как Ольга Селянина, очень вот такая активная. Все, я уже влюбилась в нее. Поэтому действительно она поднимает тонус, и хочется и видеть, и приходить в «Мезопроф». Поэтому мы очень рады, конечно, все очень хорошо. Желаю удачи. Какие у вас впечатления о нашем мероприятии? Впечатления о нашем мероприятии, что очень пафосно. Мне так нравится все про красоту, про дороговизну. Очень красиво, да. Мне нравится зал, мне нравится то, как это организовано. Еще мне нравится, что есть ответы на вопросы и, не знаю, как организация сама, наверное. Да, очень правильно, что профессионально рассматривается. Но я, конечно, в больших ожиданиях от этого
завтрака, потому что мы будем рассматривать практические занятия, что необходимо мне, вот как раз мнение других экспертов, кто работает уже давно. Я сама работаю уже лет 8 с детьми. Мне интересны некоторые вещи, может быть, я что-то новое для себя найду. Еще мне нравится сама компания «Мезопроф», потому что я считаю, я слежу за нитями, что появляется на рынке, и я очень рада, что они создали вот эти нити, которым аналогов нету в другой компании. Это нити филлеры и нити кисти, это еще нити сетки, я им еще не работала. Но вот я надеюсь, что сейчас я узнаю некоторые тонкости, потому что много мужчин сейчас приходят на рынок, и у них у всех есть запрос на их сексуальную нижнюю челюсть. И поэтому я надеюсь сейчас, что я начну применять это для того, чтобы делать как раз их лица более красивые, более привлекательные. Сейчас у Ольги Николаевны возьмем интервью, врасплох его застанем. Ольга Николаевна, а расскажите, пожалуйста, как ваши впечатления о сегодняшнем нашем мероприятии? Впечатления мероприятия? Да. Ну, поскольку это мое детище, каждый хочет видеть свое детище выросшим, самым крутым, умным, классным, привлекательным, обаятельным. Я считаю, что вот у нас сегодня дебют, и этот дебют очень даже удался. Вы мне интервью, что ли, берете? Да, да, да. Я не ожидала. Я не ожидала. Ну, есть, конечно, над чем думать, что доработать. Я все детали, которые надо доработать, увидела. И сказать, что первый блин комом, это неправильно. Первый блин у меня не комом. Он вообще шикарненький, но с маленькими доработками. Я очень довольна. Я довольна, как сотрудники к этому подошли. Они подошли очень грамотно, степенно. Все было организовано до практически последних деталей. Я вижу, что все готовились, доктора готовились, прям реально готовились. Обычно доктора уже все знают, и они говорят, нам готовиться не надо. А они готовились, это тоже мобилизовало их к чему-то. Но меня мобилизовало это к новым идеям. У меня после таких мероприятий крылья распускаются, и у меня появляются новые идеи. Ну, итог такой. Я поняла, что я всем довольна с маленькими доработками. У нас есть специальный гость, приглашенный организатор СМ-симпозиума, заместитель генерального директора компании «Старая крепость» Блинова Ирина Анатольевна. Давайте у нее спросим, как ей наше мероприятие. Мне хочется сказать, что это вечер. Но на самом деле это не вечер, это бьюти-завтрак, это новый формат. Несмотря на то, что бьюти-завтраки в нашей стране для журналистов уже давно устраиваются, но Ольга Селянина не могла не сделать этот формат совершенно новым. И новый он потому, что он совместил в себе обучающие доклады, он совместил в себе общение коллег, общение профессионалов, совершенно замечательный вкусный завтрак и приятную музыкальную, нежную, чудесную атмосферу. И я хочу сказать, что мы так соскучились по живому общению, что нам его так не хватает, что посмотрите в зал. Уже время 3 часа, уже пора всем уходить, но люди не хотят уходить, они не хотят расставаться, они хотят живого общения. Но в любом случае мы будем совмещать и живое общение, и общение в соцсетях, в Инстаграме. И сейчас, как никогда, такой гибридный формат очень актуален. А Ольга Селянина, она, как всегда, впереди. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам. Лена Баринова, наш руководитель этого проекта. Сейчас мы спросим у нее, как довольна ли она тем, что было сегодня. А ты нет, вот так вот. Я очень довольна. Вообще очень необычная обстановка. Первый раз мы проводим такое мероприятие. Готовились. Доктора вообще молодцы. Ольга Николаевна всегда в своем амплуа. Всегда интересно. Живое общение не заменит ничто. Спасибо, Лен. А вот еще наши доктора Сережа. Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодня наше мероприятие? Какие впечатления? Мне понравился формат. Это, мне кажется, очень здорово, потому что действительно предусматривает, с одной стороны, живое общение, обмен опытом. С другой стороны, это полноценный такой вот, ну, лекционный день, можно сказать. Поэтому это очень здорово, и я думаю, что это стоит продолжать. А самое главное, что хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Да, это эмоции. Да. Это эмоции. Олесь. Ну, расскажи ты, пожалуйста, как у тебя впечатление? Прекрасное впечатление об этом завтраке. Очень вкусная кухня, очень приятная обстановка. Играл рояль.
пианист. Было шампанское. Было шампанское. В общем, все замечательно. Этот формат мероприятия мне очень понравился. Спасибо, Олесь. И у нас есть еще новый доктор Мария Романова. На самом деле, очень рада присутствовать на подобном мероприятии. Наверное, живое общение не заменит никакие онлайн-семинары. И я очень рада была присутствовать на данном мероприятии. Полин, скажешь пару слов? Конечно, да, сегодня. Такой замечательный день. Мы так вчера готовились ударно, правда, Алена? Да, да. Мы вчера собрали всю раздатку. Рабочие тетради, которыми, к сожалению, никто не пользовался. Ни почему пользовались, кстати. Не взяли интервью. Это Иван. Иван, как вам мероприятие? Нет слов, все было на высоте. В следующий раз обязательно приду. Супер, спасибо.